Красногорский колледж ведет набор слушателей на курсы профессиональной переподготовки по востребованным направлениям IT-сферы. Обучение проводится в рамках масштабного проекта российского правительства для граждан, которые потеряли работы в период пандемии COVID-19. Квота, выделенная колледжу для обучения, 400 человек. К обучению приглашаются не только безработные жители округа, но и те, кто находится под риском увольнения – выпускники колледжей, техникумов и вузов. Бесплатные курсы будут проходить с 1 октября по 15 ноября в дистанционном формате по компетенциям сетевое и системное администрирование, веб-дизайн и разработка, IT-решения для бизнеса на платформе 1С предприятия 8, программные решения для бизнеса, разработка виртуальной и дополненной реальности. Срок освоения курса объемом 144 академических часа составляет 3 недели. По завершении участники получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации и паспорт компетенции. Для участия в программе необходимо оставить заявку на платформе expressworldskills.ru и перед началом обучения предоставить в Красногорский колледж заявление, согласие на обработку персональных данных, личную карточку, а также копии паспорта, ННН и СНИЛС. Телефон для справок 8 495 562 05 35.